Safety to jump here? Yeah. Do you know how to swim? You want to go swimming? Oh, not today. Okay, do you want to go swimming? Okay. Если не хотите плавать, не прыгайте. Вот такой был ответ. Что, идем дальше? Ну, вот они под ним прогибаются все. О, сори. Очень красиво, конечно, отсюда. Ну, у нас еще будет время сегодня поснимать Long Drive. Пока вот, да, вот это мост. На другой стороне, не знаю, есть ли пешеходная зона. Да, там тоже люди, кстати, ходят. Можно туда сходить пойти. Попить чаек. Кстати, да, интересно посмотреть. Я забрал мне все фотоаппараты, камеры. Полностью расписание, когда разбивают мосты. Да, не знаю, сегодня какой день? Сегодня 18 число апреля, сегодня разводителя не будет. Create your personal photo postcard. Just press start. Adjust the camera to your height. Пойдем на правую сторону, там тоже можно пройти, на ту сторону моста. Icon of Thames. Если прям посидеть здесь, никуда не уходить, никуда не спешить. Сейчас 4 часа. Ну, в 7 нужно попасть на London Eye примерно. Значит, 8 лет его строило примерно 432 человека, было нанято. И в течение строительства моста погибло 10 мужчин. Создание моста, Темза была замерзала зимой, и люди использовали лед для транспортировки, в общем, для транспортировки льда, почему-то написано, и полива. Вот его дизайн с огромными колоннами, как он был построен, как написали его архитектуру и так далее. Вот, чего-то выглядело вот так.
строили, видимо, заливали прямо под водой. Ну, вот, какие-то конструкции вбивали, да. А, нет, бетон, наверное, лили там, там огораживали, потом лили. Вот, заливали колонну. Вот, давали залиться колонну с бетона. Потом металлическими конструкциями пробивали его. Уже 400 человек всего было занято на стройке. Это же огромная вообще работа. Были построены две башни. Значит, началось строительство в 1886 году. Вот, конструкция из стекла и стали. Структура. Иду. Что я там? Что я здесь? А что ты там? Вот рыбы, которые водятся в Темзе. Ну, очень интересно. Морские коньки. Да ладно. А, found in the Thames River. Окей. Макрель, трот, пайк. Я не знаю, что это такое. Может быть, щука. Ребята тут очень фотографируются. Что, Аня? Иди сюда. Иду. Что ты мне сказал? Иди направо, я тут жду тебя уже полчаса. Аппарат где? Вон он. Вижу. Давай фоткаться с тобой вместе или что? Давай.